Добрый-добрый день, дорогие зрители моего канала «Домашний очаг с Мариной». Я вас приветствую в первый день марта. У нас весна. Мы с вами встречаем новое время года, которое принесет нам, конечно, прекрасное настроение, здоровье и благополучие. Мы с вами продолжаем работать в зоне прихожей. И именно сегодня совпадает так, что я вас приглашаю в ту зону, где у вас находится обувь. У кого-то это могут быть обувные полки, у кого-то это может быть какие-то специальные шкафы, может быть, а у кого-то может быть обувь просто находиться вот так вот в прихожей на видном месте. Пожалуйста, сегодня я приглашаю вас помыть обувную полку, все место, которое предназначено для переобувания, чтобы вы привели в порядок. Сюда относятся, может быть, и коврики преддверные, которые обязательно у нас на пороге стоят. Пересмотрите сегодня обувь, которую вот-вот мы сменим уже на весеннюю. Обратите внимание на состояние весенней обуви. Просмотрите каждого члена семьи, что может быть подкупить нужно. Кому-то туфельки, кому-то легкие ботиночки. Детишка может быть что-то поменять, потому что за зиму ваши дети очень-очень выросли, и они вас удивят размером своей ножки. Поэтому, пожалуйста, сегодня задание достаточно небольшое, особенно если вы со мной уже работали в феврале месяце, мы с вами большой фронт работы сделали. Поэтому сегодня вся обувь пересматривается, достаете весеннюю обувь. Что требует починки, пожалуйста, отложите в сторону и в свободное время почините обувь. Поменяйте всем членам семьи, может быть, кто подрос, как я вам сказала. Поэтому сегодня мы работаем с вами в зоне обуви. Это мы с вами убираем обувь, ремонтируем обувь и обязательно моем ту территорию, где вы разбываетесь. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, что завтра мы с вами снова встретимся, и я продолжу вам давать видеозадания по уборке в зоне прихожей.